Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Пойдем продолжать дальше играть за зомби. Так, угроза на Литой горе. Так, это у нас огненный пенек. И мы с тобой возьмем, наверное, The Меч. Так, мы колоду ему составляли? Так точно, вот за него сегодня и поиграем. Посмотрим, сможет ли он справиться. Поехали. The Man. Новое задание от зомбоса. Тема Капитан Огонек. Враг разодорил своих приспешников до такой степени, что они стали бить огнем. Вау. На какой-то там горе спрятались. Ну ладно, попробуем их оттуда выкурить. Ну да. Так, у нас с тобой вот эти карты пока не нужны. Блин. Ранняя игра есть, слава богу, и это хорошо. Давай. Так, выставляем рестлера. Но, блин, а вот это плохо. Вот это плохо, этот сейчас будет тут расти потихоньку. Но у нас есть с тобой шар. Мы можем, в принципе, раздавить. Я пропущу ход здесь. Только лишь для того, чтобы раздавить вот эту вот. Ох, ё-каламане. Да ладно, ты серьезно, что ли? Так, у нас что такое? Наносит 3 единицы урона растению. Давай вот так вот сделаем. Ничего себе он бонусную атаку еще сделал. Отлично, пока хорошо. И вот этот вот пенек тоже мы отсюда уберем, чтобы нам не мешал. Все. 2 в лицо ему, отлично. Так, у нас менеджер. Ну давай вызовем менеджера. Пускай он нам карту вытянет. Надеюсь, хорошую. Годится. И зомби с легкой такой броней. 2-2. Вызвал абрикос. Так, получается, мы ему 5 в лицо зарядим, да? Нет, не 5. У него защита сработала. И растение получает... Ох, ё-моё! Да ладно. Так, вызываем нашего тренера здесь. И поехали. Ничего он тут не сделает мне. Пока не сделает. Но у него, видишь, что он вызвал? На другую линию. Так. Опять у него сработала защита. Наносит 3 единицы урона зомби. Абрикос еще живой будет. Так, а у нас что выпадает? Наносит 3 единицы растению. Давай, у нас нет амфибий, поэтому надо уничтожать вот этот вот огненный горохострел. Нам выпал менеджер. А, так тут... Ой, друзья, тут же не было этой линии-то. Я думал, что это огненная водяная линия, а она обычная. Ну ладно, ошибся так ошибся. Наносит 3 единицы... Нет! Не надо, блин! Еще и атаку увеличивает. Сколько у него? 8. То есть все равно ему не хватит, да, завалить меня? Окей. Так, а нам надо еще 2 урона ему нанести. Слушай, я думаю, мы справимся. Во-первых, мы с тобой поставим сюда медика. Хильнемся с тобой. Вот так вот. И сделаем... Так, устойчивость к приемам. Вот таким вот образом. Чтобы нас отсюда не убрали. А то, что ты там делаешь, это нам все равно. Мы сейчас все равно рестлером ударим, и он сдуется. Или защита у него свободна. Ну, понятно, понятно. А растение получает плюс 4. Ну и что? Вот и все. Получил он плюс 4. Так, ребята. Вот. Пенек сгорел дотла. В общем, первая победа за нами. Мы выиграли и двигаемся с тобой. Конечно же, дальше. Так, 10 гемов заработали. Отлично. Так, ну давай посмотрим, кто у нас будет дальше. Травяной кулак. Ну, они, в принципе, здесь все такие довольно злобные. У нас с тобой превосходная, в принципе, рука для начала. Давай вызовем менеджера. Ну, ставь давай. Менеджер вызывает нам карту. Отлично.
Ай-яй-яй, а вот это плохо. Вот это плохо. Постоянно эту горошину выставляет против меня. Всегда. Ну что, будем выставлять. Жит, подросла. Не дай боже уберет его, а. Не должен он его тронуть. Не должен. Так, а он неуязвимость еще повесил. Ты представляешь? Но все равно он выживет у меня. Так, и в лицо получили. Теперь надо подумать, что нам сделать. Оу. 3-5. Зашибись. 3-5 он стал. Что это у нас такое? Зомби получает плюс 5 к здоровью. Давай вот так вот сделаем с тобой. Но что он там будет выставлять? Еще усилит. 5-7. Так, мне надо срочно что-то, ребята, сюда выставлять. Он сейчас так может себе атаку прокачать, что мама не горюй. Хоть у него и 3 карты, но это все равно, друзья мои, это очень плохо. 6-6 он уже стал. Так, я могу что сделать? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Нам нужно продержаться. И надо наносить урон ему. Так, у него 4 карты, он что-то задумал. Орех поставил, прикрывается. Хорошо, что он... О-о-о! Сейчас получит двоечку, да? Так, неуязвимость. Мы с тобой можем что? Плюс 5. Плюс 5 получает у нас. А это дает нам... Все зомби получают еще, да? Пока не буду, друзья, ничего тратить. Тут запинали нас, к сожалению. Опачки. Так, это у нас, по-моему, который 2 или меньше. 2 или меньше. То есть вот этих мы можем с тобой загасить. Но это нужно 3 энергии сохранить. Окей. Давай, потерпим. Ага, значит, 1, 2, 3. Этих мы уничтожим с тобой. Уничтожим. Поехали. Травим. Останется только вот эти 2. Но это тоже не радует на самом-то деле. 15 хп. У него еще защита сработает. Так, неуязвимость мы с тобой получили. Неуязвимость. Выставляем сюда. Вот таким вот образом. Пропускаем ход. Ты достал, а? Со своими сильными... Так, ну что, я сюда ставлю неуязвимость. Оу, нам выпала аренка. Вот этого надо загасить. Так, сейчас мы его забомбим. Этот будет у нас прокачиваться. И вот так вот будем туда-сюда. 2 карты еще взял себе добора. Ой, как печалька. Так, что у него здесь? Наносит 3 единицы урона. Оу. Так, мы вот здесь бомбанем. Так. Хоба. Слушай, отлично, отлично. Мы пока еще с тобой живем и цветем. При использовании сверху наносит 3 единицы урона. Так, мы можем с тобой, в принципе, вот здесь вот защититься, да? Или сделать вот так и вот так. Поехали, посмотрим. Смотри, что делает. А мы тогда вот так вот сделаем. А? Ну что, сразу взгрустнулось тебе, парнишка? Травяной кулак, а? Не ожидал, что так все будет? Вот кто-то и оно. Че у него там, 1 карта всего? Ох ты, с флагом. С флагом, по-моему, да. Зомби стоит на 1 энергию меньше. Давай вот так вот сделаем. 5-7. Отлично. Так, опять он вызвал этот сельдерей, или кто он там у нас? Электростанция в горшке. Так, а это у нас зомби. Оу. Так, куда можем? Вот сюда вот я поставлю, наверное. 2-8. Ё-моё, попробуй теперь пробить. Так. Да не тут-то было. У нас все тут очень хорошо с тобой получается.
Еще атака. Наносит 2 единицы урона на линии, да? А, всем. Вот псих-то, а. У нас медик с тобой, да, появился? Медик — это хорошо, мы можем с тобой захиляться. И у него всего 9 единиц здоровья. Сейчас будем прописывать. На, получи. И все, ах ты, елки-палки, последнюю броню свою использовал. И ракетчик мой его добил. Слушай, ну неплохо, мне понравилось. Мы выкрутились с тобой в этой, в данной ситуации. Слушай, тут банановый микс разыгрывается у нас. Хотелось бы его получить. Ну что, в принципе, мне The Match понравился. Так, немедленно положите этому конец. Тю-тю-тю-тю, по всем кто стреляет. Нажмите в любом месте, чтобы продолжить. Нажимаем. Ах ты, опять капитан Огонек против нас. Эх. Ну что, самое главное, чтобы нам повезло с рукой. Если рука у нас будет фартовая, то... Блин, да вы серьезно, что ли? Вот это вот пахнет фейлом. Ну что, ты сам видишь. Ой, еще и этого выставил, а? Наносит 3 единицы урона. Слушай, ну пока терпится вроде бы, да? Давай подождем маленько. Из-под тишка плюнул мне, а? Он будет сейчас прокачиваться. 3 единицы урона, да? Давай вот так вот с тобой сделаем. Я просто хочу, чтобы он кого-нибудь сюда поставил, и мы нанесли урон сразу. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начинает тут свою трихомудию. 4 в лицо. Блин, зря я не уничтожил его сразу же. Сейчас будет прокачиваться. Мне его сейчас не одолеть будет, друзья мои. Мне его просто сейчас не одолеть будет. Что он сейчас замутит? У него 3 энергии. В принципе, он слишком сильного здесь. Он может еще один гор... Оу. Да ладно. 5 в лицо. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хотелось бы, ребята, получить. Но никуда не денешься. По-моему, тут меня расклепал. Зря я, конечно, энергию сэкономил. 6-3. Слушай, нам надо с тобой сохранить одну энергию всего лишь. Одну энергию. Не получится сохранить одну энергию. Или получится? Я пропущу ход. Сейчас кое-что с тобой сделаем. Смотри. 2 единицы урона, да, 2. Уничтожаем с тобой. Вот здесь вот делаем так. Ну, просто приходится. У нас нет другого выхода. Вот таким вот образом, да, сделали. Теперь смотри, 2 единицы урона. Сюда наносим. Так, да? Это все крепчает и крепчает. Вот, а сюда. Блин, не могу сделать. Плюс 2, плюс 2. Но это все зомби. Ладно, я применю. Я применю, ребят. О, и он подрос. А чё это так? Что-то нежданчик какой-то. Друзья мои, ошибочка вышла. А если я вот этого поставлю? Эволюция зомби. Ладно, поставим. Он подрастет или нет? Нет, он не подрос. Так, а что, он ничего не стал делать? Пси, ну ладно. Мне лучше. Так, у нас с тобой 10, всего лишь 10 здоровья. Так, вызовем сюда с тобой менеджера. Окей. Давай ему, наверное, 3 в лицо пропишем сразу же. Вот так вот. Почему, разве не 3? А, 2 единицы, я думал, что 3. Окей, посмотрим. Он сейчас что-нибудь выставит за этот... Ага, грибочки. Расплодил своих грибочков здесь, да, значит? Ладно. Ой-ой-ой. Так, менеджер у меня стоит, бомбит этот пень. Так, у меня ракетчик. Давай сюда вызовем вот этого, который будет у нас с тобой повышать уровень.
Если, конечно, его не уничтожат. И это у нас получает три катаки. Три катаки. Давай вот сюда вот влепим. А, что-то я все путаю. Не три катаки получается, а... Дай мне посмотреть. Ну тут же... Почему-то повышается у нас с тобой здоровье, а там нарисовано катаки. Странно. Так, что он сейчас вытянул? Какую карту? Я не знаю, друзья. Еще один менеджер нам выпадает. Я поставлю его сюда. Посмотрим, что нам за карту дадут. Оу, медик. Медик — это хорошо, он мне как раз нужен. Слушай, знаешь, что я тебе скажу? У нас большие проблемы с картами. У него рука там будь здоров, ты сам видишь, да? А у меня всего одна карта осталась. И это не есть гуд. Плюс у него 16 хп. Ну что ты там, пень, думаешь? Давай, ходи. Вызвал опять эти грибы свои плешивые. И все? Да ну, не может быть. Наносит бонусную атаку. Понятно. 3 единицы урона. Ты посмотри, что делает, а? Уже не знает, как выкрутиться. Ладно, давай атаковать. Так, это у нас что? Зомби получает 5 к здоровью. 5 к здоровью, тогда вот сюда. Поехали. 2, 3. Единичка, еще единичка. Итого 9 здоровья у него всего остается. У нас есть с тобой вот такой вот ракетчик. Наносит 3 единицы. Давай вот сюда бомбанем. Все. Грибочек выиграл свое. Так, что он там? Наносит 3 единицы урона. Нашел на кого влепить. Мог бы вот этого бомбануть. Не знаю, почему он так решил. Ну что, получается 2, 5, 7 урона всего лишь. 7. Хотя уже 8. У него защита сработает. Так, он наносит 3 единицы урона. Ой, ой, ребята, смотрите, менеджер-то прокачался у нас. И сумоист появился. Ну все, тут его песенка спета. 3 единицы урона в любом случае мы ему поставим. Как бы он тут не прикрывался своими растениями, ничего у него не получится. Да, друзья, я вас поздравляю. И мы с вами продвигаемся дальше. Мы выиграли. Еще 10 билетиков в копилку. И кто сейчас будет против нас? Покажите мне, пожалуйста. Опять пенек, что ли? Да ну, вряд ли. Розочка, ё-моё. Ну ладно, что поделаешь. Будем превращаться в козлов. Так, у нас здесь с тобой 2 единицы урона. В принципе, устраивает меня и рука. И все. Сейчас превратит его 100% в розу. Ой, в козу. Нет, не стал. А чё ж ты так? Удивил меня маленечко даже. Так, у нас есть с тобой шар. У нас энергии не хватает, да? На кого-нибудь. А вот это не надо делать. Ну вот, 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 вот. Превращает в козла. Ну что с тобой сделаем? Давай, наверное, наносит 3 единицы. Так, давай раздаем вон того дальнего. И у нас еще есть с тобой... Я, наверное, вот это вот создам здесь. Вот сюда поставлю. Фиг с ним, с этой фасолиной. Я до нее доберусь. Никуда она не денется. А вот этот вот портал будет притягивать, по крайней мере. Так, давай-ка сделаем вот так. 2 подтанцовщиков еще вызовем. Так, куда? Вот сюда. Одного, что ли? Я думал, 2. Но... Вот, другое дело. Так, тут обменяемся, понятное дело, да? То есть один козел только нанесет урон. Печалька, еще и подхилилась, а, это роза. Спортсменка. Так, ну давай вызовем вот этого. У нас будут зомби стоить вообще копейки сущие. Вот так. Ну что он там будет выставлять сейчас? Пускай выставляет. Да ну, блин. У него все есть, блин. У этой розы все есть. Уничтожает меня спортсменку. Прикинь. Че, мне нечего делать. С картами просто проблема. Что он там вытянул? Вот я не знаю, что он там вытянул себе. Что за карта у него там?
Вот, да неужели, неужели нам свезло с вами хоть где-то, хоть в чем-то. Так, у него, по-моему, сейчас будет дороже все это стоить. Опа. Три энергии ему оставили, пускай теперь как хочет, так и играет. Случайного зомби на один меньше, ладно. И кто это у нас? Да. Так, бомбим. Ну что, 12 здоровья осталось у Розы. Ракетчика нам дали. Нам дали с вами ракетчика. Вот сюда его выставим. Что, у нас с картами, конечно, проблемы. Но у нас, по крайней мере, стол весь забит. А у него карт много, да? Пошло-поехало. Так, еще вызывает один. Ну что, мы можем с тобой, в принципе, уничтожить вот этот вот цветочек. И продолжить дальше бомбить. Еще взял карту. Замораживает мне зомби. Естественно, боится получить в лицо. Но он добор ведет, да, когда заморозка у него срабатывает. Так, а у нас что выпадает? Зомби получает плюс 3 к атаке. Пока я не буду ничего делать. Побережем эту карту. Оу, рыцарь выпал. Рыцаря ставим сюда, прямиком. И у нас с тобой одна энергия есть, как раз, чтобы воспользоваться. Сейчас посмотрим, кого он тут уничтожит или что-нибудь сделает, превратит. Может, он же любит у нас это делать. Ну, что ты там думаешь? Правильно, правильно. Сейчас мы нанесем 3 единицы, 4 в лицо, да? Тут уничтожим цветочек. Что? Блин. Еще и заморозку делает. Давай, давай, трать карты свои, трать. Мы с тобой, знаешь, что тогда сделаем? Вот так. Так, 6, 7 в лицо получит. Зомби получает минус 2, минус 2. Выкрутилось, да? Вот это, конечно, немножко грустно. Подхил еще сделала себе. Мы с тобой выставляем нашего спортсмена, плюс вытягиваем карту. Бейсболист. Так, 0 энергии. У нас есть 2 единицы урона. Мы можем с тобой вот нанести ему. Да, ему, скорее всего, нанесу 2 единицы урона. Вот так вот. Получается 2, 3 и 5. Все, друзья мои, победа за нами. Сейчас 5 единиц урона нанесем в лицо. 2, 3. И вот этот вот добьет. Все. Сдулась, сдулась розочка. А начинала так бодренько, да? Ну, видишь, видимо, с картишками там не повезло. И мы, как говорится, обставили. Ну что же, мы переходим с тобой. Там у нас какая... О, последняя, да, миссия у нас. Сегодня чисто за меч сыграли, капитан Огонек. Я не знаю, почему за меч. Мне кажется, что это за мех. Давай вот так вот поменяем. В принципе, рука неплохая. Есть ранняя игра. 1-3-3. Вот ведь, наши вечно зеленые враги увеличили капитана Огонька в размерах. Он начинает игру с плюс 10 единиц здоровья. Ваш герой начинает игру с плюс 5 здоровья. Слушай, ну у него-то 30. Блин, 30 здоровья у этого ханорика. Так, нам достался усач. Странно, начал вот так вот швыряться заклинаниями. Что с тобой не то, парень? У меня же еще есть менеджер. Ты думаешь, на этом все, что ли? Нет, это только начало. Давай посмотрим, что нам за карта выпадет. Угу, со змеей. Еще усача вызовем. Ах ты! Ну ладно. 2 в лицо все равно получит. Продолжаем разговор. Так, я, наверное, сюда поставлю спортсмена. Вытянем за одну карту еще какую-нибудь. Ох ты, Гаргантюа. Он будет у нас стоить 5 единиц энергии. Но что-то там зашевелил своими пиками. Двойной удар, а вот это плохо. То есть 4 единицы в лицо мы сейчас с тобой получим.
Это не есть хорошо. Его надо здесь зажимать, как-то уничтожать. Что я могу себе позволить? А вызвать вот этого вот. И одна единица еще остается энергии. Мы можем с тобой использовать магию вот эту вот. Плюс 3 к атаке. Ах ты, пенек влепил. Блин, какой-то, а? Неуязвимость. Слушай, тогда нам не надо ничего делать. Пускай он бомбит. Два раза причем, а? А вот на следующий ход мы с тобой сделаем здесь неуязвимость. Сколько он стоит? 2. Дальше за 3 единицы мы с тобой можем выставить. И выставлю я, пожалуй, вот этого со змеей. Вот так вот. Пропускаем ход. Слушай, если он сейчас уничтожит мне здесь, это он сделает мне 8 в лицо. Это, согласись, нежелательно. Чтобы он, вот если он уничтожит мне этого зомби, 8 в лицо, как с куста пробьет. Задолбал своими пеньками прикрываться, а? Так, здесь мы с тобой ставим неуязвимость. А вот здесь нам, наверное, придется увеличить атаку. Вот так вот. Поехали. А зачем я увеличил атаку? Ой, дурень. Вот это я сейчас лопухнулся, друзья мои. Зачем я ему атаку увеличил? Блин, я попутал. Вот сюда вот надо было. Ну, на худой конец вот сюда. Ой, так. Ладно. Глупость, конечно, сделал я. Ну что, Гаргантюа, давай, вылази. Наносит 3 единицы урона. А вот это вот плохо. Вот именно это плохо. Так, у меня ничего нету, да? Что ты делаешь? Перемещает растения. Давай-ка вот сюда его, пожалуйста, перемести. О! Вот это хорошо. 2 в лицо, конечно, получим, но это ничего страшного. Так, с картишками-то я смотрю, у него вообще беда там полнейшая. Я выставлю сюда спортсмена. Можно было бы, конечно, и газиком его бомбануть. Но я хочу карту посмотреть. Ох, ё-моё. Ты смотри, как нам везет. Мы его сейчас просто раздаем, растопчем. Что он там вызывает? Горохострел свой огненный. Это, значит, мелочи жизни. Так. Давай дальше смотреть. О, рыцарь выпал нам. Давай-ка ему, наверное, пропишем в лицо 3 урона. Я знаю, что он сейчас... Блок сработает. Это я знаю. Так, и у нас 3 единицы. Мы можем с тобой вот этого уничтожим. Ох, ты что делаешь? Что он там сделал? Усилил. Ну ладно. Подбил, да, все-таки мне одного Гаргантюа. Хм. От этого парня отказываться не стоит. Че, выставляем рыцаря? И поехали, будем смотреть, что он тут будет придумывать. Это ерунда, на самом деле. Ничего страшного. Все, что ли? Все, что он смог поставить, это огненный горохострел. Все, ребят. На изи уровень. По-другому тут не назвать. Мы выиграли. И еще 10 билетиков, как говорится, в копилочку получили. Креативное решение. Жгучие проблемы. Просто прекрасно, видишь, как мы с тобой бомбанули по этому пенечку. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!